Решать эту и другие проблемы района теперь придется и тем, кто победил в муниципальных выборах. Они прошли в прошлое воскресенье. Жители некоторых районов и населенных пунктов выбирали глав и депутатов местных дум. Мэром Иркутского района избран самовыдвиженец Леонид Фролов. Он набрал около 46% голосов. Количество желающих побороться за эту должность удивило даже сотрудников избирательной комиссии. Изначально было заявлено 34 претендента. Половине из них в регистрации отказали. Позже еще 7 фамилий по разным причинам не попали в избирательные бюллетени. В итоге на финишную прямую вышли 10 кандидатов. Напомним, выборы главы Иркутского района были назначены после отставки предыдущего мэра Игоря Наумова. Сейчас он находится под домашним арестом. Его подозревают в совершении должностного преступления.